Зажигательные ритмы, пластика и хореография. На занятиях в детской танцевальной студии «Красная звезда» кипит творческий процесс. Ребята и педагоги не сбавляют оборотов даже во время ограничительных мер. У нас вообще очень насыщенный год, несмотря на то, что пандемия, мы готовимся и к фестивалям, к конкурсам, просто к отчетному концерту. Но в мае у нас большое празднование 30-летия. Обычно у нас это проходит в форме капустника, бывает, и родители готовят номера, и дети, и вообще, ну, такой большой объемный концерт. Дети здесь занимаются от 3 и до 18 лет. Кто-то знаком с танцами уже с самого детства, а для других это любимое хобби плюс физическая активность. Учиться новым элементам всегда весело и познавательно, признаются участники студии. Нашему ансамблю в этом году будет 30 лет. Нам по 9 лет. По 9 лет. В этом ансамбле училась моя мама, и моя младшая сестра учится в младшей группе. У нас очень много танцев. Например, тюря, рио-сафари, пираты, ронда, индейцы. Вот что значит высший класс. Выступления юных танцоров в студии покоряют сердца зрителей своими яркими постановками и костюмами. В восторге не только дети, но и их родители. И мне, и внучке что нравится, то, что это не просто коллектив, а, ну, как бы мы проживаем определенную жизнь. Это вот такая маленькая жизнь, потому что тут мы и дружим, тут мы и, ну, бывает, и ссоримся, но самое главное, что все равно это дружба, взаимопонимание со стороны, особенно вот преподаватели, так это, наверное, ну вот, она влюблена в них. В планах у маленьких звездочек подготовка к Новому году, а затем и к юбилею. Педагоги обещают масштабное празднование. Пожелаем творческих успехов. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».